Утром среды возле остановки «Продмаш» водитель минивэна сбил на пешеходном переходе хабаровчанку, которая шла через дорогу на зеленый свет. Удар был достаточно сильным. 39-летняя хабаровчанка в итоге попала в больницу. За рулем «Лит-Айса» был 27-летний приезжий из Киргизии. Мужчина работает в продуктовом магазине. Шофер выехал с рынком Нагорядов, где закупал товар, и двигался по проспекту в сторону южного микрорайона. По словам водителя, скорость у него была в пределах 40 км в час. Женщина переходила дорогу по зебре с дальней от водителя обочины, слева направо по ходу движения машины. Автомобилист, получивший права в 2016 году, признался, что не заметил хабаровчанку на дороге. Он ехал прямо на восходящее солнце и из-за не слишком чистого ветрового стекла очень плохо видел, что происходит впереди. А солнце на глаза попало, стекло. Не увидели ее, да? Да, не увидели. А она по пешеходному переходу шла? Да. На зеленый? Не видели. Ну, я не видел. Я вроде из этого. Машина ехала, за машиной. Машина поехала, и я за ним поехал. Регистратор автолюбителя, ехавшего навстречу минивэну, зафиксировал наезд. Хорошо видно, что на светофоре водителям горит красный свет. Женщина спокойно переходит дорогу на разрешающий сигнал. Никакой машины перед «Лит-Айсом» не было. Его шофер явно не видит живую помеху и начинает торможение уже после того, как прохожая падает на дорогу, а ее сумка отлетает на встречную полосу. Очевидцы немедленно вызвали неотложку. Женщина была в сознании, у нее болели нога и плечо, при падении она еще и ударилась головой. На записи видно, что хабаровчанка не смотрела по сторонам, пересекая проезжую часть. Для предотвращения этого ЧП хватило бы одного взгляда в сторону опасности, но роковой шаг под машину был сделан. Если травмы пострадавшей окажутся тяжелыми, автомобилиста ждет уголовное дело. С места происшествия Ольга Горбунова, Анастасия Манина и Андрей Алферов.